Рабочее место этого мастера – келья в глухом селе Сараево Приволжского района. В музее Первого Совета открылась фотовыставка священнослужителя Петра Сургучева под названием «Светопись». В его жизни служение Богу и искусству тесно связаны. Фотографировал отец Петр с юности, но особенно увлекся с приобретением цифрового фотоаппарата. В его снимках целая картина мира. Просто посмотреть на них нужно внимательно. Еще лишний раз убеждаешься, что как важен глаз, взгляд другого человека, творческого, чтобы мы увидели красоту тех обыденных вещей, которые мы постоянно видим. Но вот другой человек это все нам преподнес через фотографию, через живопись, через любой какой-то вид искусства. И мы уже по-новому воспринимаем опять снова. Отец Петр себя профессионалом не считает, хотя выставка у него уже не первая. Говорит, что он скромный документальный фотограф, наслаждается лишь первозданной прелестью картины. Впрочем, есть один постановщик у его кадра, и это Господь Бог. Все это Господь Бог сделал, а мы только, фотографы, его только должны как-то организовать. А став священником, для меня это как-то, ну вот, через 15 лет священства уже это было совершенно очевидно, что не мы все это создаем, не наше все это дело. Это действительно просто, так сказать, Господь открывает, а нам надо просто увидеть, что Он нам это открывает. Собственно, вся жизнь человека только так устроена. Все Господь открывает, только надо увидеть Его открытие этой жизни для нас. Природа прекрасна во всех ее проявлениях. Вот, например, две фотографии отца Петра. Обе датированы 2011 годом. Одна – апрель, другая – сентябрь. Буря и вполне погожий денек. А прелесть их в том, что автору ничего не пришлось придумывать. Здесь, наверное, процентов 80 – это просто вокруг моего села, где я служу или где я живу, так сказать. Вот 15-20 километров радиус, вот и все. Большая часть фотографий снята там. Ну, а есть, конечно, вот тут есть Соловки, еще какие-то есть. Вот там старые работы с Кавказа, но в целом, в основном это все здесь, это наша епархия, наша служба, наши храмы, так сказать, наши леса, наши поля. Снимки с литургии занимают особенное место в экспозиции. Взять хотя бы этот. Отец Петр запечатлел прихожанку в момент, когда она обращалась к Богу. Диалог сокровенный и даже интимный, наполненный верой, любовью и искренностью. И так в каждой работе священника-созерцателя, который пытается, вопреки всем законам времени, запечатлеть, а может быть и увековечить неповторимые моменты. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.